Что? Завтра уже утренник? Нет времени, нет идей, есть решение. Нова-центр! В моем детстве девчачьих костюмов было множество. Они всегда были принцессы, снежинки и все такое. А пацаны, мы были гномы, скоморохи, ну и в лучшем случае один из нас был Дедом Морозом. А теперь для пацанов точно есть из чего выбрать. Давай смотреть. Костюм Буратино. Пираты, скоморохи, клоуны, музыканты. О, Человек-паук. Человек-паук. Железный человек? Угу. Это кто? Капитан Америка? Да, Капитан Америка с маской и питом. Бамбуби, робот. Может быть... Зеленый грибочек? Смотри. Костюм черепашки-ниндзя, тоже с ватными мышцами и с таким ремнем, который сделан под старину. Звездные войны. Штурмовик. Звездные войны для фаната. Костюм привидения с моторчиком. Я бы себе такой взял. Мы нашли уникальную вещь. Ну, посмотрите, у него даже есть грудной платок. Капитан пиратов лиловый. И просто капитан пиратов. Карнавальный костюм звездочет. Графа Дракулу. Покажи зубки. Конечно же, символ нашего Нового года. Чига! Кигуруми очень удобный, очень свободный, с капюшоном, и с хвостиком. Да! А если вам так повезло, что у вас дочка, то костюмами принцесс, снежинок и божьих коровок здесь дело тоже не ограничится. Герои любимых мультиков тоже в наличии. Вот Иришка, например, у нас My Little Pony. Есть костюмы Леди Баг и Суперкота, костюмы морячек, костюмы... пирата под гжель и хохлому. Очень веселый костюм елочки и символа наступающего года для девочек. Костюмы снегурочек, Дедов Морозов и куча-куча атрибутов для праздника. Очки, маски, накладные усы и носы, чтобы сделать ваш утренник незабываемым и веселым. Кстати, не только костюм на утренник, но и подарок к Новому году ребенку можно купить тоже здесь. Костюм штурмовика, который я выбрал, был мне маловат. А костюм пирата мне выбрал Геб. Ну, мне не понравился. Мы нашли офигенный костюм, который устроил нас обоих, да? Да. Удобный? Да. Комфортный? Да. И классно, что он сделан одним целым тигренком.